Здесь, в спортивном комплексе «Юность», малыши из детского сада номер 39 чувствуют себя как рыба в воде. Два раза в неделю дошколята осваивают премудрости футбола и навыки настольного тенниса. Условия для этого на высоте. Здесь, конечно, стадион, ну, компания смотрит за ним, все делает, все помогает. И остается им только сюда прийти. Прийти и вложить все, что они могут, все свои таланты, все свои способности. И вырасти. Вырасти, во-первых, получить здоровье здесь. Много крепкого сибирского. Ну, а дальше мы же видим Олимпийские игры, мы радуемся за ним и надеемся, что ни один олимпиец выйдет отсюда и нас будет радовать. Как и перед любыми тренировками, для начала малыши отправляются на разминку, после чего уже готовы бегать, соревноваться и забивать голы. Причем с успехом это делают как мальчишки, так и девчонки. Правда, турниром эти соревнования не назовешь. Здесь нет победителей и проигравших. В веселой игре с мячом ребята осваивают упражнения, которые пригодятся им для общего физического развития. И здесь они чувствуют себя настоящими спортсменами. Воспитатели уверены, многие из них могут стать перспективными спортсменами. Это подтверждают и городские соревнования по футболу среди дошкольных учреждений, в которых воспитанники 39-го сада регулярно занимают почетные места. Дошкольники нашего детского сада имеют прекрасную возможность еженедельно заниматься спортом именно в спорткомплексе. Дети наши занимаются и теннисом, и футболом, посещают занятия с удовольствием. Тренеры всегда внимательные. Соревнования – это спорт. Спорт хороший. Чтобы выигрывать там призы, подарки всякие и медали. Самым приятным моментом в этом новогоднем занятии для ребят стало вручение подарков от компании «Союзбас» и профсоюзные организации «Шахтоуправление Комсомолец». В ответ маленькие спортсмены пообещали стать настоящими чемпионами. Ну а по опыту работники спорткомплекса «Юность» знают, большинство из этих ребят вернется в спортивные секции, уже будучи школьниками.